В ближайшие годы в Харгос вложат около 3 миллиардов долларов. В прошлом году Международному центру приграничного сотрудничества присвоили статус специальной экономической зоны. Сейчас полным ходом идет привлечение инвесторов. Причем, кроме китайской стороны, в его развитии заинтересованы и бизнес-структуры России, Болгарии, Турции и ряда других стран. Уже введено в эксплуатацию больше 70 объектов. Подробности у Гульнар Жантасовой. Строительство пятизвездочного отеля начали весной этого года. Его возводят китайские бизнесмены. Завершить гостиницу планируют уже в следующем. Она будет соответствовать всем мировым стандартам. На данный момент уже освоено около 2 миллионов долларов. А общая стоимость объекта будет составлять 32,5 миллиарда тенге. Таких объектов сейчас на территории Международного центра приграничного сотрудничества Харгос возводится 7. Причем в строительство вкладываются как казахстанские, так и китайские инвесторы. В первой очереди сдано в эксплуатацию уже более 70 зданий. Сейчас здесь работает несколько бизнес-центров. В основном представлена как отечественная продукция, так и товары стран СНГ. Очень хорошо идет казахстанский шоколад, конфеты, мед, кондитерские изделия. Хотелось бы, конечно, чтобы ассортимент был больше. Нашим потребителям нравится ваша продукция. Мне очень нравится посещать казахстанскую сторону. Мы лучше узнаем культуру вашего народа, покупаем товары. Очень хорошее качество. Радует, что наши две страны наладили такие взаимовыгодные отношения. Ежедневно Международный центр приграничного сотрудничества посещает более 3-4 тысяч туристов с обеих сторон. В ближайшие 5 лет, после того, как здесь запустят современные отели, развлекательные центры, цирк и выставочные залы, их количество увеличится в 3 раза. У нас на Западе, допустим, все дорого, а здесь все покупаем дешево, приобретаем себе то, что надо, выбор очень даже большой. В дальнейшем думаю, что это будет еще больше, еще больше. Большой интерес со стороны российских инвесторов. У нас челябинцы начали строить 2 торговых центра. Вот, завершение одного в этом году. Большой, 5000 квадратов, на следующий год весной запустим. Новосибирск город, у нас сейчас ожидаем большую делегацию. Они собираются строить медицинский центр. Сейчас готовим к конкурсу проект турецкий суперторговый центр. Работу проводим с Узбекистаном. В целом же в ближайшие 5 лет здесь будет возведено более 200 различных объектов торговли, сфера обслуживания, а также развлекательно-культурных центров. Общая сумма инвестиций превысит 3 миллиарда долларов. Гульнар Жантасова, Ужас Байбусынов, Хабар 24, Алматинская область.